Здорово всем. Угадайте, где я есть. В селе, блядь. Шлю всем приветы из польской деревни. Вот и я попал в деревню в Польше. Ха-ха. Снова в деревушке. Но даже не в горах, а где-то под Германией. Скукота, я вам скажу, зеленая. Ну что, какие новости? Что расскажем будем, а? Скажем прямо, за селом дорога нефти. Он прям закончился. На скрите дальше ехать невозможно. Ну, как бы в этом нет ничего удивительного. Село. Что там у вас, как дела? Далеко от дома. Еще дальше и дальше. Псы калашматят просто. Вот. Тебе здесь очень-очень спокойно. Вот, я бы даже сказал, невероятно скучно. Вышел. Заставил, я так разленился, когда вот валялся. Два дня просто спал, полежал, поел. В интернете. Так очень скучно, разленился. Вообще, такие настроения в последнее время больше как-то заколебало, но скучно это не могу. Работы адекватных для меня нет, так как я не физический работник, а, ну скажем так, я не привык работать физически. Открою вам истину, секрет. Чего я сюда вообще приперся? За впечатлениями, да, но уже не вижу. Особых впечатлений нет. Скукота. Меня не устраивает в жизни поработать. Работать на одной работе, там, копить каких-то денег и поехать обратно на Украину. Я за деньгами не гонюсь. Может, это неправильно, конечно. И зарабатывать их, то тем, что нравится. Если жизнь вам кажется скучной, поезжайте в Польшу. Вы обнаружите, что вы ошибались. Потому что в Польше жизнь еще скучнее, чем везде. Мы сейчас живем в так называемом сельском клубе, тире особняке. И тут народ вообще раз в неделю приходит туда в субботу, чтобы поглядеть. И все. Но они голодные на это. Они такие голодные, что они даже в пятницу приходили и спрашивали, ну что там, бар открыт уже? Понимаете? Это... Нет развлечений тут в Польше. В селах нету. В городах, возможно, конечно. Все, пожалуйста, в больших городах, красивых, как Краков. Туристических. Как в Вроцлав. Полно развлечений, полно возможностей. А в селе это капец. Скукота, пускай зеленая. И деградация. Что такое, никак не добрусь до города, чтобы работу нормальную в городе. Чтобы подружки были. Возможность самому собой заниматься, понимаете? Девчонка. Просто
впахивать ради того, чтобы впахивать ради денег каких-то. Жить. Еще, если у вас есть возможность ехать на заработки не в Польшу, едьте. Объезжайте Польшу, проезжайте ее, облетайте, только не надо здесь ехать сюда с надеждой заработать. Да ни хрена не заработать. Польша достаточно бедна в этом плане. Реально. Даже в той Чехии можно там $1000 уже зарабатывать тяжелым трудом. Но здесь не будет этого. Здесь 800, может быть, а так $600, а может и меньше, смотря где что. Ну, короче, тяжело больше. Так что вот, тотальное разочарование. И до свидания.